Родник в честь Азнаура Аджиева появился в Бангладеше. Его построил выходец из Дагестана, который пожелал остаться неизвестным. Азнаур Аджиев был генеральным директором РГВК «Дагестан», главой пресс-службы администрации главы и правительства республики, министром печати, а также руководителем исторического парка «Россия. Моя история». После продолжительной болезни он скончался в сентябре прошлого года.